Всем привет, и как вы знаете, я снимаю реакцию с водой на разные видосы. На смешные, на вайны, на мемасы. И, кстати, сегодня мы попытаемся заценить и не засмеяться с мемасов Макса. Ссылка на его канал будет в описании, и, кстати, у него недавно вышло новое видео, поэтому заценивайте его тоже. И не забудьте написать в комментариях, над чем еще мне можно посмеяться. Ну или на что сделать реакцию. Студенты получают стипендию за учебу. Тем временем школьники, вам за это платят? Че, серьезно? А мы бесплатно тут мучаемся? Так, что за фигня? Я хочу тоже быть студентом. Пержу Алексей Иванович. А, здрасте, как ваша фамилия? Ну, я Пержу. Школа сосет. Да не сосет школа. Что за школа? Без прикола. Ну, без прикола это просто не школа. Я моча из стульчик унитаза. Ты меня обоссал. Физра только началась, а я такой... Ох, уже эти тренировки. Чувак, мы просто встали в строй. Это что, только начало? Дедова подлива золотистая. Кушай, внучок. Учитель такой стоит с указкой и объясняет тему. Тем временем я шучу про пиписьки и какашки, ржу с другом на последней партии. Камчатка, рот там закрыли, быстро! Муравьи делают свои муравьиные дела. И я такой в 6 лет. А что, звучит по-муравьиному. Сейчас обоссым вам муравейник. Эй, вы какого лешего мозг мою пипирку поставили? Как здорово, что мы все здесь сегодня собрались. Страх, депрессия, одиночество и тревога. А, ну и я еще. Привет. Все круто и классно. 8 уроков каждый день. И я. Я такой, пожалуйста, посиди. Молчать, отродье. Мы стали забывать, что такое настоящий стиль. Финкс, только вместе мы сильны. Так, да, мем смешно, ситуация страшная. Разница между спасибо и большое спасибо. Разница между Катей и Катюхой. Дата твоей смерти. Последняя цифра года рождения. Последняя цифра дня рождения. И последняя цифра вашего лайка. Господи, кажется, я сдохну 8 апреля. А, никогда я не сдохну. Потому что последняя цифра моего лайка это 0. Ха-ха. Мультик, когда я один в комнате. Мультик, когда в комнату зашла мамка. Почему так всегда? Я не порнуху со смешариками смотрю, я смешариков смотрю. Обычный торговый центр в Татарстане, ничего необычного. Называется Ичпачмаркет. Мое сердце. Отдыхаю, упражняюсь. Училка выбирает того, кто пойдет к доске. Только не меня, только не меня. Так, кого бы мне выбрать? Пипискин, там с тобой все нормально? Когда родители без тебя купили тебе вещи и просят примерить. Ну, как говорил один великий философ, шо то говно, шо это? Мне оторвало две ноги. Без бахил не пущу. Но у меня ног нет. Я сказала, без бахил я вас не пущу. Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны. Жесткая катастрофа, бухущий в стельку кот разбился на магистрали. Пострадал только один кусь. Я, кажется, мы больше, чем друзья. Девушка такая, да, мы лучшие друзья. Я такой, хватит меня френдзонить. Секса хочется. О, блин, не кусайте, плес. Мы откусим тебе писюн. Вот они, доисторические питерские разборки. Когда видишь свои наушники в руках детей и гостей. Стойте, это моя прелесть. Нет, а ну пошел вон отсюда. Ну я их просто взял в руки. Ты их сломал. Когда родители говорят, что видели моего друга с сигаретой. Вау, а хотите прикол? У меня нет друзей. Девки переодеваются на физру. И также я заходящий к ним в раздевалку. Бонжур, ёпта. Ой, у вас сисек-то и нет. И нахер я пришел. Ща будет мед. Бзы-бзы, пчелы, мед. Как чихают девушки? Вообще, ой, простите. И как чихают парни? Я обосрался. Парикмахерской. Парикмахер, а кем вы работаете? Я водителем, а вы? А парикмахер отвечает. Лесорубом. Я такой... Вы сдохли, но зато подстриглись. Когда друг говорит, что легко выпить 0,7 коньяка в одного. Легко. Вообще. На раз. Два. Всем привет, добро пожаловать на мой мейкап туториал. Первый шаг, быть красивой 20-летней мажоркой. Шаг второй, кому-то стать. Шаг третий, быть самой богатой леди на этой планете. Никто. И накуренный я проверяю свой вес. Блин, что за фигня, я 12 или 2 килограмма вешу? Наверное 14. Как без похудел. Я такой, что-то спина болит. И так же я сидел за компом. Удобненько. Ну ты ж свернулся в три погибели. Ты случайно не упала с небес? Я что, похожа на ангела? Не, похожа на дохлую птицу. Блин, чувак, играешь со смертью. Лучики добра вам в ленту. Когда поел Скитлс и пукнул радугой. Я задумываю пустить максимально тихого шептуна в публичном месте. И тем временем мой кишечник. И раз, и два, и раз, два, три, четыре. Мой первый планшет. И как вы думаете, что я на нем рисовал? Свои первые
пиписьки. Коротко о том, почему я дружу с девочками. И кто-то бежит. А еще потому, что у них есть сиськи. Не ври, что не было. Так, а ну, Вова Пипискин, давай дуй к доске. Не-н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 е, срака Ивановна, я занят, я тут это, пишу. Че ты пишешь? Урок начался минуту назад. Кто-то скинул решенную задачу в контрольной работе. А я такой, танец, спасибо. Спасибо, 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 в задницу тебя уже готов расцеловать. Когда приходишь к своему другу и зовешь его тусить, а его девушка говорит, что он сказал, что сегодня проведет время с ней. Кореш, ну ты чё? Братву на сиськи ж не меняют. Ты ж сам не в 10 классе об этом говорил. Вы напугали тиктокера. А? Что ты творишь? Зачем меня напугал? Я тут видос тикток снимаю, а ну уйди, не мешай. Когда включил свой трек на вписке, все просят тебя его скинуть. Человек, ты не на вписке, ты у себя дома, а еще у тебя шизофрения. Учитель вышел из класса. Девушки такие, давайте сидеть тихо, она скоро вернется. И тем временем парни. Ну вы поняли, там вообще нереальный файтинг, капец. Когда нагрубил учителю, ха, срака Ивановна. FBI, open up! Когда сел шаурму из котят на вокзале, да начнется пердежный оркестр. Когда, несмотря на давление общества, продолжаешь шутить про говно. Вообще-то я сам себе режиссер. Сам пошутил, сам посмеялся. Быть грустным, быть веселым, и тем временем я. Биополярочка. Мой друг, я записался в качалку и теперь стану качком. И мой друг. Вызов брошен. И тут приходит новогодняя гирлянда и говорит. Рассосались быстро, щенки. Я выиграю в лотерею. Я отец, который пропал 20 лет назад. Здорово, классная попка. Я, кстати, молока купил, как и обещал. Когда очередь почти подошла, а мамы еще нет. О, господи, нет. Ты обосрался. Когда встретил учителя на улице. Учитель, и я такой, пожалуйста, не приближайся ко мне. Дай пожить нормальной жизнью. Никто. И 16-летняя. Опять спину защемило. Блин. 5-летний, я показываю батя, кто меня обижает во дворе. Ты, падла, моего сына какашкой назвал. Да я сам тебя сейчас какашку превращу. Мам такая, почему ты не дружишь с тем мальчиком из соседнего двора? Тем временем мальчик из соседнего двора. Интим не предлагать, могу не отказаться. Девушки с температурой 37. Ой, мелочь, сама пройдет. Чай с лимоном поможет. Тем временем парни. Пью за вас, ребят. Может, завтра я вас уже не увижу. Прощайте, ребята. Без баб навсегда. Покакал. Покакал и пописал. Когда открыл пачку чипсов в классе. Оу, май. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Даже романтично и эротично. Мои бывшие одноклассники стали успешными семьянинами, устроились на работу, взяли кредит и ипотеку. А я открываю пивко, наливаю в стакан, закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Какого черта на луне? Ну хотя ладно, пивасик рядом, уже хорошо. Я провожаю маму на работу. Давай, мам, пока. И я через 5 минут. Наконец-то можно достать конфеты из трусов, которые я прятал от мамы. Прикинь, я сейчас выпил залпом 4 бутылки пива. Но у меня отпуск, и могу себе позволить расслабиться. Блин, Костян, это не отпуск, это обеденный перерыв. Настроение, Костян. Когда в фильме главный герой ныряет под воду, и ты пытаешься задержать дыхание вместе с ним. Но вот только у него крутые легкие, а у тебя говнище полное. Две пиписьки висящие. И ты такой задыхаешься через секунду. Я слишком ленивый, чтобы встать и добраться до пульта, и мой младший брат, который добр ко мне безо всякой причины. Мы так к ним относимся. Пора задуматься о том, что у меня нет младшего брата. Девки на ОБЖ. Безопасность превыше всего. И пацаны на ОБЖ. Я из говна и палок ядерную бомбу забрал. Я стою в длинную очередь в туалет. И говно в моей жопе. Ну чё, отожгём по полной программе. Отличник дает списать пару вопросов. Все остальные в классе. Нихера себе. Дети в 3 года сегодня. Умеют включать ноутбук. Я в 3 года. А почему рот в говне? Не в говне, а в утеле. Место в автобусе освобождается. И любая бабка. Абахасла. Ты такой занимаешь радостно освободившееся место в полном автобусе. И тут эта бабка такая разгоняется. И пинком тебя просто вышвыривает из автобуса. Каждый день гулять. Иногда выходить на улицу. Вообще не выходить на улицу. Господи, это что? Блин, ты в натуре красавчик, чувак. Привет, М.Ж. Никита, 19 лет, 26 сантиметров. Офигеть, ты низкий. И тем временем Никита. Я просто потрясающий. Помоешь 1000 кастрюль, забудут. Оставишь одну чашку, запомнят надолго. И будут долго говорить. Ты в этом доме ничего не делаешь, живешь просто за наш счет. Я думаю, теперь ты достаточно опытный врач, чтобы по снимку сказать, что не так с ногой. Хм, да у вас бахил нету. С 25 тысяч.
Ага, с кем у нас поет? Хоть бы не, хоть бы не, хоть бы не. О, господи, пожалуйста, не надо, нет. Больше этого кота никто не видел. Когда не срешь тапки. Блин, ты в натуре красавчик, чувак. Хороший лайфхак. Как сказать кому-то, что у него неприятный запах изо рта и не нагрубить при этом? Мне скучно. Давай пить жидкость для полоскания рта. Те, кто любит мемасы, обязательно заходи в это видео, смотри и заценивай мемы Макса. А с вами была я, Джейн Фокс, и всем пока-пока.